Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 8-го каталога, он у нас трехнедельный, тоже в нем очень много новинок, ярких, летних, сочных. Итак, поехали. Сразу у нас с вами стартует новая коллекция одежды. Еще есть, смотрите, такая интересная бутылочка, но не очень бюджетно, да? Бутылка с соковыжимателем, 700 миллилитров, и вот как она выглядит. Ну, не знаю, девчонки, у меня есть соковыжималка вот такого плана, очень легкая, удобная и с разными насадками. Я ее покупала за 300, поэтому не вижу смысла покупать такую дорогую бутылку, но я не буду точно. Костюмчики неплохие, очень даже неплохие, можно присмотреть себе на лето. Юбка, конечно, нет, но а так да. Худи тоже прикольные. Ну, честно, я ни на что не положила глаз. Ну, наверное, разве что вот на этот костюм бы засмотрелась. И то дороговато, мне кажется, дороговато. Поэтому нет. Шнурки и носочки по цвету. Фаберлик Лайк у нас пока работает и в 9-м каталоге будет. Поэтому успевайте свои любимые товары брать по акции. Все к пляжному сезону. Купальники, новая линейка Аква де Портофино. Мы с вами обозревали бронзер запеченный. И мы с вами обозревали бронзер жидкий. Ну и я хочу сказать одно, что цена неоправданно высока, не стоит эти продукты таких денег. Рефил сразу выскакивает, причем у всех. Один человек мне только написал в комментариях, что у него не выскакивает. А так сразу, он вообще такое ощущение, что и не был в принципе приклеен. А как бронзер, ну не знаю, он не подходит. Вот более-менее как тени использовать, можно использовать его и как хайлайтер. Он светловат, по мне светловат, какой-то недоработанный продукт, не очень удачный. Помадки приятные, как бы с ними все хорошо, все отлично, все нормально, но тоже цена завышена. Это приятная такая помада-бальзам. Причем, мне кажется, в некоторых оттенках все-таки есть песок. Про два оттенка розовые блики и блики нюда я слышала, что не чувствуется. Но я на своем, у меня ягодные блики, чувствую слегка мелкий песочек. Прям вот совсем чуть-чуть, но чувствую. В прошлом видео, второй заказ по 7-му каталогу, ссылку прикреплю, мы с вами обозревали бронзер для лица жидкий. Это вообще крайне неудачный продукт, девчонки. Мне не понравился совсем. Я не найду ему применение абсолютно точно. Я попробовала его навеки, он вроде не скатался, но все равно в складочку собирался. Но крайне неудачный продукт. Вообще я даже не знаю, зачем и как его использовать. Тушь Long & Strong. Сразу хочу вам дать свой отзыв, предостеречь, да, не очень хорошая тушь. По первым впечатлениям я ее хвалила, потому что вроде удлиняет, вроде объем создает, но потом реснички опускаются вниз. При наслаивании паучьей латки вообще не понравилось. Поэтому к покупке точно не рекомендую. У нас появляются с вами новинки. Две палеточки для теней и для бровей можно использовать, да? Мне кажется, для контуринга можно использовать некоторые оттенки. Отзывы уже у VIP-ов есть, отзывы очень противоречивые, но цена, в принципе, адекватная, 499 рублей, то есть под 400 рублей она будет стоить со скидкой консультанта, да. Но из того, что здесь предложено, я только взяла бы, наверное, вот эту верхнюю с розовым акцентом, да, более-менее оттеночки. Вот здесь, мне кажется, они будут грязнить веко, вот в этой холодной палетке. Я не знаю, посмотрю, может быть, и возьмем с вами, протестируем. Какие-то они никакие, что ли. Не знаю, не очень зашла новиночка эта. Брать ее как-то не хочется. Карандаши для губ, кстати, изумительные. Вообще изумительные. Карандашом пользуюсь для губ прям с превеликим удовольствием. Довольно стойкие, губы не сушат. Вообще прям рекомендую к покупке. Сейчас по помадам с вами пройдемся. Давно вам не рассказывала. Вельвет Кис тоже очень нравится. Кто любит матовый финиш, матовое покрытие. Прям вообще потрясающая помадка. Но пока на нее скидки нет. Также я люблю и Сатин Кис. Она тоже очень удачная. Это не просто как бы такая увлажняющая помадка. Она довольно с ярким пигментом. Красивая. Кибальм. Вот, хорошая скидка. Бонус за покупку у нас с вами будет на Кибальм. Тоже это не бальзам. Это действительно помадка с насыщенной пигментацией. Очень питательная, влажненькая такая. Ну, единственное, что летом, конечно, может у кого-то на губках растекаться. Она не выглядит так, как в каталоге. Она выглядит более сочно. Более сочно и более влажно, что ли, скажем так. Помада Glam Shine, вот эта, ну, есть у меня одна, но рука к ней не тянется. Я просто не очень люблю такой финиш. Для тех, кто любит, скидка хорошая. Можно присмотреться. Чем больше я пользуюсь палеткой, вот этой вот, которая розовое сияние, тем больше мне ее хочется выбросить. Вот вообще не зашла. Ну, вроде ничего, но по оттенкам нет. Вот нет. Пользуюсь, нет. Мне как-то, и вообще, мне кажется, всем идут более освежающие румяна, освежающие оттенки. Например, как из этой палетки, да, как из этой палеточки, вот. Как и старой прошлой версии. А здесь румяна какие-то, ну, знаете, серо-розовые, которые делают лицо более старше еще, что ли. Каким-то старым, неухоженным, не знаю. То же самое со скульптором в этой палетке. Он
Вообще некрасивый. Некрасиво смотрится, пятнит, поэтому мне прям вот вообще, я хочу ее, честно, в пустые баночки отправить и больше не пользоваться. А хайлайтер у меня выскочил, разбился. У меня было с прошлой версии то же самое. Кисти, девчонки, мне не понравились. Хотя, я знаю, некоторые их хвалят, некоторым нравятся. А прошлая версия гораздо лучше по мне. Эти вообще не понравились, плохо набиты. А мне больше нравится прошлая версия, однозначно. Смотрите, какая интересная новинка парфюмированной татуировки. Слушайте, цена ни о чем. Мне хочется взять. Мне хочется взять, даже если так вот с дочерью побаловаться. Обязательно возьмем, посмотрим, что они из себя представляют. Я так понимаю, у них аромат то ли викинг, то ли валькирия, да? Удали татуировку парой движений с помощью гидрофильного масла Асиул. Ну, вообще потрясающе. Просто супер. Ароматы на лето давайте вам быстренько пробегусь из тех, что мне нравится. Вот эта Рената зеленая хорошо на лето. Так. Ну, вот эти ароматы все, они тяжеловаты. Это более зимние ароматы. Флюрет цветочный, классный. Из малышек, что здесь представлены, все тяжеловаты. То, что вы задаете этот вопрос под видео. А я парфюмы всегда пробегаю, потому что парфюмы Фаберлик не очень люблю на самом деле. Так, из совсем маленьких, если хотите взять на тестирование, тоже все тяжеловаты. Но стоит, внимание, Каори Бьюти Кафе Инкогнито. Бьюти-кафе, причем классический, каприз. Мне очень нравится каприз. Он сладкий, тоже сейчас на лето не очень, все вот эти ароматы. Но они, в принципе, все, которые здесь представлены, все достойные. Много кто их любит. По поводу линеечки Доктор Кор, ну, сейчас я добиваю умывалку, нежное молочко для умывания. И вот когда уже жарко, более-менее, она не так мне сушит кожу. Хотя тоже вот она многим полюбилась. Но у меня почему-то после первого-второго применения прям вызывала сухость. Хотя это у нас увлажняющая серия, то есть она, наоборот, для восстановления сухой кожи. Не знаю, девчонки, не знаю, что намудрили, потому что у меня кожа далеко не сухая, и мне вот это молочко, оно иссушивало. Но сейчас, когда жарко, сейчас вот, ну, ничего, более-менее стягивает, но не сильно. Вот эту серию прохожу сейчас мимо, потому что и новинки, скорее всего, тоже брать не буду. Не скорее всего, точно брать не буду, потому что после пасты и, как у нас называется, девчонки, расслабляющего крем-масла для тела, я просто впадала в спячку и не могла раскачаться. Я не люблю такое состояние. А, и крем у меня еще. Ночной крем для лица или ночную маску я брала. В общем, стоит у меня банка. Не могу пользоваться. Нет. Отложила до лучших времен. Я так не люблю, когда постоянно спишь. И прям ужасно. А новинка Global Oxygen, сыворотка кислородная мезотерапия для всех типов кожи. Классно. Но пока брать не буду, потому что, скорее всего, есть противопоказания. А так вообще всю эту линейку очень люблю. Мне кажется, даже на лето для жирной кожи это очень достойный уход. Пенка прекрасно очищает, удаляет макияж изумительно. Даже без мицеллярки мы с вами пробовали. Кислородная ночная маска вообще зашла на ура. Очень удачная линейка. Нравится. А девчонки мне мои хвалили, консультанты, многофункциональный BB-крем, девчонки. Смотрите, он у нас с 15 SPF, по-моему, если я не ошибаюсь, из серии «Кислородное сияние». И прям мои девочки, обладательницы жирной кожи, говорили, что он сейчас на теплое время года очень хорош и не оставляет жирного блеска. И подстраивается под тон кожи. Девчонки, напишите, пожалуйста, вот об этом средстве, ваше мнение, если вы пользовались. Особенно в теплое время года будет очень интересно. Так, крема, который мы с вами выбираем на лето. Это кислородный баланс дневной. Очень хорошо матирует. Классная цена на Axiology. Здесь знаете, что люблю и прям рекомендую попробовать, кто еще не брал. Очищающий гамаш для лица. Вот он. По 199 рублей при покупке двух будет. Он великолепный. Он гораздо лучше, чем скраб. Хотя получается еще и дешевле даже. Там много мелких частичек. Он освежает. Есть какой-то там типа ментола компонент, который освежает кожу. И такое ощущение, что все клетки ее начинают прям дышать. После гамажа классный. Рекомендую. Так, карбокситерапия, небольшая скидочка. В прошлом каталоге была хорошая. А тут моя новая любовь. И прям даже пробник нарисовали. Я никогда не брала крем Блюр. Ну, не знаю почему. Как-то вот руки не доходили до него. Хотя к этой линейке отношусь хорошо. В прошлом заказе взяла пробник. Beauty Lab, вот этот вот. Так, код здесь написан, пробника. Да, написан код пробника. И этот пробник, кстати, по крайней мере, в 7-м каталоге, он был в графе пробники со скидкой. Не за 60 рублей, как здесь написано, да, а за 30. Пробника мне хватило на 2 раза, и я в восторге, девчонки. Я просто в восторге, в диком. Мне очень понравился этот крем. Я теперь хочу полную версию. И, возможно, возьму ее по программе Like Faberlic. Смотрите, 1300 разделить пополам, 750. Не сильно цена будет, конечно, отличаться, если возьмем вот эту, да, и плюс свою скидку. Не очень выгодно. Подумаю, может быть, и просто так возьму, потому что, ну, выгоды по лайк, по этому крему не очень много. Но он мне безумно понравился. Вообще потрясающий. Здесь 15 всего миллилитров, но мне кажется, хватит надолго, потому что хватает одной каплюшечки, чтобы разнести по лицу, оно мгновенно матируется. Кстати,
Вообще, мне кажется, на лето вот тоже он очень хорошо матирует этот крем. Такое ощущение, что у вас сильно силиконистая структура на руках, прям даже когда на пальчик сначала я наносила. И сверху еще какая-то вот прям пудра, которая все разглаживает, сглаживает все неровности на вашем лице, заполняет, цвет становится ровным, какие-то покраснения, что ли, уходят, морщинки тоже забиваются этими силиконами, разглаживаются. И за два применения у меня, в принципе, ни в пору никуда он не забивался, ничего, и до конца дня лицо оставалось бархатным и матовым. Очень понравился. Вот кто не пробовал, можно взять пробничек и оценить. Прям потрясающе. Маски Instaglammers по скидке вообще не рекомендую, девчонки. Вот эти блески замучаетесь смывать, а эффекта практически ноль от них. Так, новинка. Сыворотки уже каталогов 5, они все почему-то пишут новинка. Новинок у нас здесь пока нет. Вся серия меня устраивает полностью. Очень ценно, что с витамином С подходит для тех, у кого пигментация есть на лице. Мне только ночная маска желе не подошла, она утяжелила мне кожу. Хороший наборчик Викенд. Викенд тоже подходит на теплое время года для жирной кожи, но здесь уже лучше брать не кремушек, да, а гель. Гель он полегче. Гель, сыворотку, а на ночь масочку. Лицо с утра свежее, будет красота. Прошлые новинки у нас с вами биомика для волос, да. Маска, кстати, понравилась. Маска неплохая. Для средней убитости волос нормально подойдет, но шампунь это какой-то ад. Его невозможно выдавить. И только из-за этого я больше не возьму. Девчонки говорили, что как-то приловчились к таким средствам неудобным прикручивать дозатор от других средств. Я не знаю, у меня что-то ничего не подошло. Это вообще какой-то кошмар. Она как каменная, чтобы доиспользовать шампунь. Ну, в идеале его можно, конечно, водой разбавить, чтобы он тек оттуда. Но чуть-чуть не до конца, что ли, он промывает. Не знаю, я вот два раза им мою голову, чтобы более-менее были волосы чистые. Поэтому нет, шампунь точно не повторяю, маска неплохая. Если будут скидочки, возможно, и возьму. Очень интересные новиночки в серии «Эксперт». У нас появляется кварцевый массажер скребок гуаша. Дорого, потому что на Озоне, на Wildberries можно купить гораздо дешевле. Я посмотрю, возьму либо здесь, либо куплю на Озоне или Wildberries точно. Потому что хвалят все-таки вот этот кварцевый гуаши, потому что если, ну вообще любой массажер, девчонки, если делать массаж каждый день, от любого массажера будет эффект. Если вы купите этот скребок и будете вспоминать про него раз в неделю, то смысла, конечно, никакого нет. Но мне все равно хочется попробовать, потому что у меня есть вот этот массажер, я вспоминаю про него крайне редко. Хотя, ну надо пользоваться, да, правильно? Ну вот почему-то так происходит со всеми массажерами, и этот у меня лежит тоже. Как бы все лежит, и ни до чего руки практически никогда не доходят. На скатку будет скидка хорошая в линейке ISEUL, поэтому очень рекомендую, кто не пробовал, попробовать. Она действительно крутая, очень здорово поры очищает. Про крем. Сейчас пользуюсь активным кремом для лица. Вот он 899 рублей в следующем каталоге будет. Его выгодно брать по программе Like. И что могу сказать? Уже давала по нему отзыв вам. Чуть-чуть высветляет пигментные пятна, чуть-чуть высветляет, поэтому, потому что я брала его с этой целью, по вашим отзывам. Но, конечно, он от них не избавит. При хорошем очищении, комплексном уходе, чуть-чуть, так чуточки, прям вот высветляет, но не более. Поэтому чудес, конечно, он не делает, пигментные пятна не уберет. Но сам по себе крем классный. Даже сейчас вот мне на теплое время года, с комбинированной летом кожей, а то и жирная, она у меня летом бывает, он зашел. Никакого жирного блеска не оставляет, кожа его прям съедает. NFW тоже можно рассматривать как уход на лето. Мне очень нравится лосьон. Он освежает. В нем тоже есть что-то типа ментола. Знаете, так холодочек немножко по коже холодит. Гель-пенка классная, тоже супер. Крем матирующий. Не сказать, что сильно матирует. Это такая более щадящая линейка. Кислородный баланс матирует получше. Маски больше повторять не буду. Не оправдывают они совершенно свою цену. Обновленная серия вербены. Девчонки, что вам напоминает, скажите? Особенно вот эти тюбики. Но не и Фрошели, ну прям один в один, да, с этими крышечками. Прям вообще, мне из этой серии нравится только мицеллярка и то... А, вот она, мицеллярочка. По 169 уже подорожала, может быть, возьму. А так больше ничего из этой линейки мне не нравится. Смотрите, снова мочалки появляются в каталоге. Наверное, они появятся на складе. У меня девчонки некоторые спрашивают, появились ли на вашем складе мочалки. Мне не надо, я не мониторю, девчонки. И ради вас не полезу тоже этим заниматься. Смотрите, сами мониторите. Когда появятся, напишите в обратную связь и спросите. Вот они в каталоге появились. Я так думаю, что и должны на складе. Потому что прям вот знаю, некоторые девочки их ждут. Ля крем класс по желтым ценничкам. Супер вообще. Так, кофе. Кофе понравился. Действительно понравился. У меня кофе молотый утром. Так, где он? Кофе молотый, жареный. Вот они, утро, который более насыщенный. Доброе утро. Классный. Что тут два добрых утра? Почему? Почему тут два добрых утра написано? Просто, наверное.
И тот, кто, девчонки, кто брал в зернах, тоже писали мне, что очень понравилось. Хороший кофе. Здесь у нас появляются новинки. Кстати, очень интересно. Кто любит кофе с какими-то ароматами, я попробую обязательно. Но один момент. Они только в зернах у нас, да? У меня хорошо есть, конечно, кофемолка, но у кого нет, мне кажется, девочки расстроятся, обидятся, потому что, ну, могли бы тогда эти же вкусы тоже перемолоть и сделать в формате молотого кофе, да? Сливочная ваниль, красный апельсин, миндаль, лесной орех. Прям даже вот не знаю, что взять на самом деле, но, скорее всего, что-то ореховое, потому что апельсин, мне кажется, не всем понравится. Будем пробовать и оценим с вами. Соль. Соль понравилась вся, которую брала. Так, у меня обычная вот эта розовая. Это просто как будто соль без примесей. Норвежская для рыбки. Так, австралийская у меня и неаполитанская. Хочу еще подкопченую взять. Ее, говорят, тоже вкусно добавлять в блюдо. Но единственный момент, что ее приходится добавлять по первости однозначно больше. Потому что она не соленая. Не соленая соль. У нее такой расход дикий. На самом деле, если вы привыкли есть хорошо подсоленную пищу, то прям у вас быстро закончатся эти баночки. Но можно потихонечку убавлять, да, как бы привыкать есть поменьше соли. Это здорово. Чиа, кстати, с удовольствием тоже кушаю, и водой их иногда заливаю, и молоком, и кефирчиком, и соком, чем угодно. Хороший, но дорого. Дорого, и девочки писали, что гораздо дешевле, присылали мне даже на Wildberries, на Озон. Дороговато за такой объем. Еще интересные пищевые новинки, да, зеленый чай матчи, тоже сказали все, что дорого, что вот такие же продукты есть гораздо дешевле. Но гречку я точно пить не хочу, матчу не знаю, скорее всего, тоже не буду брать. Набор. По хорошей цене, сейчас как раз летом, можно взять, потихонечку пропивать, можно в комплексе, можно поэтапно. 1499 минус ваша скидка консультанта, 1300 где-то обойдется набор из 4 баночек. Это, в принципе, выгодно, потому что они все уже подорожали и дешево не бывают. Появляются новые контейнеры, причем антибактериальные. Мне кажется, тоже цены загнуты, но, возможно, каких-нибудь парочку я и возьму, посмотрю, подумаю. Не знаю, что здесь такого прям антибактериального. С такими крышками контейнеры точно есть в магазине. Но здесь, видите, еще какие-то поддоны. Хочется просто посмотреть и сравнить. Поэтому давайте один я точно возьму, чтобы вы понимали, что вообще из себя они представляют. Надо оно вам или нет. Возьму кошачий корм на пробу. Новиночка тоже очень интересная. Не бюджетная совершенно. То есть упаковка одна у нас выходит 30 с чем-то рублей. Если брать по 5 штук, если по 24 штуки, а где-то 30. Это дорого. С учетом того, что, допустим, я когда покупаю вискас по 19, да? Но попробуем. Вдруг прям сильно понравится. Со скидкой, это я уже вам цены называю. Это если вычесть скидку, я с вами вычитала и специально считала. Я возьму 5 пакетиков, попробую дать. Может, они вообще не будут есть, скажут, фу, что это за гадость. Допустим, кот у меня, он и кошка тоже. Там, где нет мяса, они это не будут есть на самом деле. Поэтому проверим. Очки-купальники. У меня вот такие очки мы с вами обозревали. Летняя обувь, белье и, в принципе, все. А, нет, не все, девчонки. У нас в конце еще с вами новиночки есть в серии Love. В серии Love у нас с вами кружечки и расческа. Расческа вот такая, причем кажется издалека, что она деревянная, да, но это пластик. Не знаю, подумаю, может, обновлю расчесочку. Кружки точно брать не буду, у меня фаберликовских кружек уже полно. Хотя миленькие, очень миленькие. Зонтики, интересно, девчонки, брал кто-нибудь зонтики? Потому что предыдущие зонты Фаберлик, конечно, ну, гадость редкостная, скажем так, разваливаются и не натягиваются. То есть вот так они не смотрятся. Очень интересно, как вот эти, потому что зонт бы я себе тоже, конечно, обновила с удовольствием. Пудру уже распродают, мне кажется, 5-й каталог. Никак не распродадут. 399 рублей, многие хвалят, я просто пудрами не пользуюсь. Так, ну и все, вот подарочек у нас с вами будет для новичков. Порошок, спрей для разглаживания белья. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Ну, я на этом с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.